Снова перед вами дневник конкурса «Мисс Русское радио 2011». Нет, финал еще не состоялся, но он уже не за горами. Сегодняшний выпуск дневника посвящен тому, как девушки проводят время на отдыхе в загородной резиденции. Подготовка к финалу идет полным ходом, но и у наших конкурсанток есть немного свободного времени, чтобы понежиться под солнцем и восстановить силенки. Хотя иногда девочки находили для этого весьма оригинальный способ. Такие вот игры на воздухе, а еще был волейбол, фитнес и, конечно, принятие солнечных ванн. После посещения студии РУ-ТВ в девчонках, видимо, проснулся дух корреспондентов, и они проинтервьюировали друг друга на тему отдыха. Я люблю пляжи, я люблю различные города, где есть море рядом и океаны. О, я очень люблю путешествовать. В этом году мечтаю посетить Испанию, Барселону. Очень мне нравятся наши курорты российские. И нужно поддерживать отечественного производителя. Я люблю отдыхать, работая. В работе нахожу успокоение, карьеристка. Так как я пою, я вот с микрофоном и работаю, и отдыхаю одновременно. С отдыхом мы разобрались, но тут на девчонок напал приступ активности, и они начали заниматься фитнесом. Даже несмотря на то, что пляжный сезон наступил, настоящие леди находятся в прекрасной форме круглый год. В чем вы, собственно, можете и убедиться. А тренером этого импровизированного фитнес-клуба стала участница из Набережных Челнов. Сегодня проводила зарядку я, потому что у меня есть небольшие навыки, и мне это очень нравится. Все девочки молодцы, постарались. На этом пока все. Следите за дневниками «Мисс Русское радио 2011», и мы все покажем и расскажем. Ну а напоследок горяченький привет от наших финалисток.